面星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的弦鼓衷肠，声音甜蜜而知香，只为求破解全的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定很久的心念不曾有过一丝改变，你我生命相见共天涯无缘，决心的勇气未曾泯灭，还好有你同我携手向前，Первый этап уже завершен. Те, кто дисквалифицирован, уходите. Я не согласен. Мы не будем уходить. Я не согласен. Мы не будем уходить. Он мой наставник, мастер огня. Я знал, что он первым бросится. Этот дикий огненный мастер любит быть в центре внимания. Дикий огненный мастер? Мне нравится это имя. Пусть ваше культивирование будет выше, чем у бога Дало. Те, у кого нет сходства, могут проваливать. Бежим! О! Твой учитель такой сильный. Его талант, безусловно, будет популярен зимой. Когда я смогу купить такой наряд? Это не огонь, а внутренняя сила. Он умеет управлять ей, когда хочет и как ему нравится. Второй этап. Пройти мимо меня. Из прошедших сейчас останется максимум половина. 20 из вас дисквалифицированы. Только 130 оставшихся могут иметь право участвовать в соревновании. Приглашаю оставшихся войти в иллюзию Тайсю для второго испытания. Наставник. Отец. Я решила принять участие в этой битве. Я знаю. Все должны запомнить, хотя битва в Пяти Горах является тренировкой, существует опасность лишиться жизни. Так что если вы знаете, что ваше мастерство не на высоте, вы должны немедленно отказаться. Не заставляйте себя. Мы поняли. Идите и приготовьтесь. Да. Чан Фэн, удачи, ты сможешь сделать это. Не опозорь наш огненный сектор. Да, учитель. Не радуйтесь раньше времени. Испытание мастера огня, несомненно, будет похоже на его личность, ожесточенное. Будьте бдительными и мудрыми. Поняли? Да. Дзюйсюн, ты старший брат. Ты должен заботиться об Уфань и Инэр. Да. Хотя испытание и опасно, но с нашими навыками мы сможем пройти. Но от тактик других очень трудно защищаться. Использование грубой силы — не лучший вариант. Тактика, вот ключ. Спасибо за советы, учитель. Я верю в вас.
Идите. Проиграете, учителем не зовите. Да. Пойдем. Ладно. До свидания, учитель. Мы уходим. Что такого мистического за этой дверью? Иллюзия Тайсю для учеников Альянса Пяти Фей, чтобы проходить испытания. Хотя дверь может выглядеть обычной, она драгоценна. Какое сокровище? Внутри этих дверей пустое пространство. Оно может превратиться в обширные земли с горами и реками или стать площадкой для соревнования. Лишь по одному желанию могут появиться тысячи зверей. Хотя все внутри дверей всего лишь иллюзия. Те, кто окажется в нем, будут чувствовать все по-настоящему. Они не смогут отличить правду от вымысла. Если они пострадают в иллюзии, они также почувствуют боль. Итак, молодая барышня, будьте осторожны. Молодой господин хорошо учился. Вы, должно быть, владелец тысячелетнего магазина с драгоценностями. Сяньцю из подразделения Сяо Яо. Это действительно я. Но кто вы? Девятое мистическое подразделение Северной пустыни, Мэй Кунь Юнь. Я впервые на центральных равнинах. Должно быть, встретить вас — это судьба. Интересно, позволите ли вы путешествовать мне вместе с вами, чтобы я получала от вас указания? Для меня удовольствие быть в компании с красавицей. Это мой телохранитель, Тянь Синь. Прибыл огненный мастер. Соберитесь. Второе испытание легкое. Все участники получат жетон, а затем войдут в иллюзию Тайсюй. Спустя 6 часов, перед тем, как колокол прозвенит 12 раз, те, у кого 2 жетона, выйдут из этих дверей. Это будет считаться успешным. Так легко? Да. Наслаждайтесь вторым испытанием. У меня есть вопрос. Какой? У меня только один жетон. Как я должен получить второй? Очевидно, урвать. Разве твой наставник не учил тебя? Мой учитель из Великой Горной Лунной Пещеры, священник Джиньян. Он только научил меня жить праведно и не отнимать у других. Извинись немедленно. Твой наставник действительно научил тебя этому? Тогда твой учитель должен извиняться перед тобой, а не мой третий брат. Кто ты? Я родом из Великой Горной Лунной Пещеры, ученик священника Джиньяна. Тилан. Твое имя и правда длинное. Тилан, это не место для состязания. Не стоит махать кулаками. Как только ты войдешь в иллюзию Тайсю, ты получишь свой шанс. У кого-нибудь еще есть вопросы? Если их нет, приготовьтесь войти. Пойдем. Подойдите сюда на секунду. Брат Куньлунь, Чан Фэн. Брат Чан Фэн. Приветствую старшего брата Чан Фэна. И наша милая младшая сестра Фэй Фэй. Мы знаем друг друга так долго, что у нас никогда не было возможности сразиться. На этот раз мы наконец получим шанс. Хорошо, Чан Фэн, мы из Альянса Пяти Фей решили создать группу, чтобы присматривать друг за другом. Ты присоединишься? Конечно. Я просто нашел хорошего друга. Может, позволим ему присоединиться? Это здорово. Джан Лин. Брат Чан Фэн. Это он. Вы знаете друг друга? Мы собираемся вместе. Хочешь к нам? Я привык путешествовать один, поэтому не могу присоединиться к вам. Джан Лин. Тогда я не буду тебя заставлять. Хорошо, брат Чан Фэн. Джан Лин, тогда увидимся в иллюзии Тайсюй. Ладно. Идем.
Цилан! Почему твои волосы белые? У тебя еще нет группы, верно? Хочешь присоединиться ко мне? Но я не буду отбирать у других. Я знаю это. Я хочу увидеть, как ты выиграешь, не отнимая у других. Это... я не знаю. Давай думать об этом потом. Пойдем. Это то самое место? Я не знаю. Где это находится? Нигде. Мы находимся в иллюзии Тайсюй. На самом деле все не настоящее. Это место создано огненным мастером. Итак, все, что мы видим сейчас, это иллюзия, придуманная им. А что с теми, кто пришел до нас? Давай осмотримся вокруг. Ты пойдешь и спрячешься. Разве я не говорил тебе ждать меня? Так как мы команда, мы должны наступать и отступать вместе. Здесь ничего нет. Пойдем туда и посмотрим. Огненный мастер, должен сказать, это ваше испытание правда неплохо. Но начало действительно очень сложное. С таким успехом ты мог бы ничего не говорить. Что это за испытание, если в нем нет трудностей? Потом станет интереснее. Просто жди и увидишь. Что этот мальчик носит на спине? Зонтик Янь Юня. Это точно зонтик Янь Юня. Судя по возрасту, он может быть сыном изгнанного ученика Джан Дашуня. Лидер, я прошу убрать его с состязания. Я тоже это одобряю. Союз Фей Вуюа не должен быть осквернен снова. Я против. Я лидер Альянса, а также огненный мастер. Мы все согласны. Даже если ты и Цинь будете против, это бесполезно. Это не решается большинством голосов. Это вопрос воли наших предков. В тот год Джан Дашунь действительно опозорил Альянс Фей Вуюэ. Но по правилам наших предков, в битве Вуюэ может участвовать любой, независимо от положения и культивации. Если он не похож на Искателя Пути, даже если станет одним из 49 участников, он не может участвовать в формировании для подчинения демонов. Такова его судьба. В этом никто не виноват. Но если мы лишим его шанса на участие, даже если он не виноват, это будет противоречить правилам предков. Лидер Альянса, это считается тяжким грехом? Я тоже возражаю. Опять же, ты бы мог ничего не говорить. Пусть продолжит. Похоже, этот город довольно большой. Раз мы команда, позволь представиться. Я родом из Великой Горной Лунной Пещеры. Ученик священника Лунной Пещеры Джен Яна. Ты недавно представлялся. Я Джан Лин. Из какого ты подразделения? Мой учитель — это небеса и земля, солнце и луна, горы и равнины.
Это мое подразделение. Никогда не слышал ни о горном подразделении, ни о подразделении равнин. Что случилось? Ничего. Я впервые спускаюсь с горы, поэтому я не знаком с волшебным царством. Я понятия не имею, что делает альянс фей Вуюэ. Ты понятия не имеешь, что они делают? И все же имеешь мужество участвовать в этом соревновании? Вот это ты смелый! Альянс фей Вуюэ состоит из 5 подразделений. Тайшань является основной платформой. Все, кто принадлежит к Тайшань, являются учениками Альянса фей Вуюэ. Их навыки были созданы 5 подразделениями — Гулинфу, Мо Цзюэ. Их учитель — Дун Хуан Тай И. Помнишь, это тот человек на игровой площадке с серьезным лицом? Вспомнил, он выглядел так, будто весь мир должен ему денег. Именно, и как будто ему отказываются вернуть их. Смотри. Чей это жетон? И правда. Так как ты не можешь украсть или отобрать его, ты можешь подобрать его на улице. Разве ты этого не хочешь? Ты увидел первым. Похоже, ты образован. Думаешь, это уместно? Если я возьму его и отдам тебе, это прокатит? Ты все равно заставишь меня поступать неправильно. Почему ты такой? Бегите! Быстрее бегите! Фэй-фэй? Двигай! Давай, идем! Зверь-монстр, Цюн Ци. Блокировка. Старший брат, мы сможем его остановить? Нам сказали делать блок, так делайте же. Сюда, быстрее! Сюда, быстрее! Быстрее! Идем! Удивлен. Впереди ждет еще больше сюрпризов. Посмотрим, как все пройдет.
Джан Лин, будь осторожен! Бежим! Почему этого зверя нельзя убить? Это слишком несправедливо. Перед лицом призрачного клана нет такого понятия, как справедливость. Столько жизнь и смерть. Это испытание проверяет не только их культивацию, но и интеллект. Проходящие его должны быть очень справедливыми. Это должен быть принцип Искателя Пути. Не забывайте, мой любимый ученик Лян Чан Фэн также в иллюзии Тайсюнь. Стойте, стойте! У меня вопрос. Мы сейчас находимся в иллюзии Тайсюй. Все фальшивое, даже этот монстр не настоящий. Почему мы должны убегать? Может, он и иллюзия, но он все равно может навредить тебе или убить тебя. В этой иллюзии Тайсюй надо помнить одну вещь. Неважно, как сильно мы ранены. Мы ранены в иллюзии. Мы можем выбраться. Но вы не должны умирать. Если умрете, даже покинув иллюзию, не воскреснете. Войдем в эту дверь и будем в безопасности. Бегите! Чудовище здесь! Бежим! Откройте дверь! Скорее! Открывай! Открывай дверь! Быстрее! Открывай! Зверь приближается! Открывай! Откройте! Открывай! Откройте! Откройте! Что он делает? Молодой мастер Тян Цю использует артефакт «Золотой колокол Дзюйлин», чтобы защитить весь дом. Какое-то время зверь не сможет прорваться. Я не знаю, как долго я смогу продержаться. Всем надо думать о том, как нам выбраться из этой ситуации. Как ты? Они все пострадали от этого зверя? Часть из них. Он создан моим учителем, огненным мастером. Хотя это иллюзия зверя, он не может умереть. Сила — это не то, с чем мы можем сражаться. Пока у нас есть жетон, нас будут преследовать и атаковать. Боюсь, вы оба ничего не знаете. Фэй-Фэй, я и еще несколько наших друзей пошли за вами. А что насчет остальных? Они пострадали от других участников. Плохие новости, они снова сражаются! Сяо-Юй, оставайся здесь, мы пойдем на помощь. Да. Отдайте ваши жетоны, или не вините нас за дерзость. Какие высокомерные. В бой! Хватит драться, мы все на одной стороне. Стойте, эй! Что вам надо? Что вам надо? Опустите оружие! Мы все команда. Что самое важное в команде? Это единство. Посмотрите на себя. Ненависть и невежество написано на ваших лицах. Насилие ничего не решит. Успокойтесь, успокойтесь. Достаточно. Все, опустите оружие. Давайте поговорим о том, как победить зверя. Не уверены? Ладно. Если у кого-то хватит смелости, сразитесь с Тиланом. Победите его, и мы... Oh!
четырех старейшин. Генерал Ин, какова ситуация? Все, как и ожидал король волков. Альянс Фейвую организовал битву Вуйва, чтобы отобрать тех, кто будет участвовать в формации для подчинения демонов. Вот почему сначала мы должны отправить воинов. Нельзя позволить Альянсу Фей получить доспехи раньше нас, а также позволить Искателю Пути жить. Я решил проникнуть в Альянс, чтобы получить информацию от противника. Хотя у генерала Ина блестящие навыки, превосходящие всех в трех мирах, но навыки лидера Альянса чрезвычайно сильны. Это слишком большой риск. Тысячу лет назад моя жизнь должна была прерваться вместе с первым королем волков. Я не боюсь смерти. Более того, если моя догадка верна, Альянс Фей давно уже получил информацию о призрачном царстве. Так что призрачный клан не должен уступать другим. Я использую темный резонанс, чтобы передать увиденное в призрачное царство. Если генерал использует навык темного резонанса, похоже, он готов пожертвовать собой. Я, Хуо Ин, клянусь покойным императором, что я не подведу генерала Ина. С информацией, полученной генералом Инем, наши шансы на победу значительно увеличатся. Но я думаю, отправлять ли авангард раньше, чем планировалось? Однако сейчас мы должны принять важное решение. Ты говоришь, кто должен быть командиром авангарда? Именно. Сможет ли авангард нанести сильный удар по Альянсу? Зависит от того, кто будет командиром. Позвольте мне быть командиром. Не можем. Мнение королевы отличается от нашего. Мы должны оставаться во дворце и следить за ситуацией. Вообще-то у меня есть кое-кто на примете. Помните того старого демона? Я возражаю. Старейшина Сяо, ты подумала о последствиях? Даже первый король волков не смел связываться с ней. Кто может надеяться контролировать ее? Может быть, я могу попробовать. Люли, послушай меня. Время еще не пришло. Не поддавайся желаниям. Не торопись. Я должна победить! Ты в ловушке. Люли. Ты слишком амбициозна, слишком рвешься к победе. Ты не можешь просчитать шанс. Я знаю, что ошибаюсь. Твой язык признает, что ты ошибаешься, но чувствуешь ты обратное. Ты должна помнить об этом. Только когда запомнишь и покажешь себя за пределами трех царств, только тогда ты сможешь пользоваться калькулятором шансов в полной мере. Против любого врага или заклинания. Сможешь узнавать слабости и недостатки. Это будет полезно в твоих поисках, Искателя Пути. Но, моя королева, слишком сложно использовать калькулятор шансов. Мне кажется, что я выиграю, но в конце концов терплю поражение. Тогда ты выиграла сейчас или проиграла? Только стремясь к победе, можно быть непобедимой. Это слишком глубоко. Однажды ты поймешь. Я не боюсь умереть. Я боюсь не использовать калькулятор шансов и разочаровать вас. Хотя, ты юная демоническая лиса, у тебя есть все шансы использовать фиолетовые глаза. Ты надежда на предотвращение кризиса в трех царствах. Я знаю, тебе это тяжело, но ты не можешь сдаться. Обещаю, я найду Искателя Пути и не разочарую вас. Это та бесстрашная девушка, которую я знаю. Королева, старейшины просят того диенцы, попроси их подождать. Люли, пойдем со мной. Четыре старейшины и я будем смотреть новости, которые приходят из темного резонанса генерала Ина. Ты тоже посмотри. Кто этот генерал Ин?
тысячу лет назад, при первом короле волков, был элитный отряд пяти. Когда призрачное царство было запечатано богом Эрланом, отряд сражался где-то далеко и с тех пор остался в царстве смертных. Поэтому их называют покинутым отрядом. Генерал Ин был одним из них. Покинутый отряд? Грустное название. Да. Темный резонанс — это особое умение генерала Ина. Он может передавать увиденное в эту черную воду. Даже барьер башни погоды не может блокировать его передачу. Но темный резонанс будет использовать его сущность. После активации генерал Ин сможет прожить еще 12 дней. Солюли, ты должна получить шанс в полной мере использовать свои глаза, чтобы увидеть, у кого есть шанс стать искателем пути. Спасибо за работу. Пожалуйста, отдохни перед отправлением в призрачное царство для дальнейшего расследования. Старший Сунь Юэ. Старшая сестра. Это срочная новость. Пожалуйста, передай ее в штаб. Да. Мое почтение учителю и четырем лидерам. У старшей Лин Цин срочные новости. Принеси. Да. Генерал Ин проник в Альянс Пяти Фей, чтобы раздобыть информацию. Настоящая форма генерала Ина — это тень. Он может слиться с тенью, быть где угодно. От этого трудно защититься. Только если используем яркие огни, сможем найти его тело. Сообщите капитану службы безопасности, чтобы повысил безопасность с помощью освещения. Обыщите каждый уголок. Если обнаружите какую-либо странную тень, не исчезающую на свету, сразу же подайте сигнал тревоги. Да, учитель. Похоже, что призрачное царство начнет действовать в ближайшее время. Наша надежда на них. Темный резонанс сейчас активируется. Ты спятил? Почему ты не использовал магический гром, пока находился там? Я не знаю как. Ты даже этого не знаешь? Я мечник. Так используй меч. Сейчас не время для этого. Не используешь меч, пока нас не начнут бить? Всему свое время. Ты больной. А как насчет тебя? Почему ты не отбиваешься? Драки не мое. Так что тогда твое? Моя специализация — это... При такой низкой культивации вы все равно решили участвовать в соревновании? Отдавайте жетоны и спасете свои жизни. Так паршиво. Хотеть быть искателем пути с такими навыками. Вы двое в порядке? Да, спасибо за спасение. Брат Чан Фэн, можешь ли ты сказать, почему эти две стороны борются? Все благодаря трем ученикам мадам Бессмертной, братьям Ганс. Все вошедшие в иллюзию Тайси стали преследоваться монстром. К счастью, благодаря Цан Тю, который запечатал этот дом, у нас есть безопасное убежище. Но братья Ганс не думали о том, как бороться со зверем. Они спровоцировали часть участников украсть другие жетоны, что привело к борьбе двух сторон. Их жетоны забрали.
Все они являются учениками одного альянса. Почему они сражаются? Хотя альянс формируется из 5 подразделений, четырем лидерам приходится возвращаться в Тайшань каждый год, чтобы научить их навыкам. Но они также приходят набирать студентов для обучения в своих подразделениях. Хотя вы все принадлежите к альянсу, на самом деле вы из разных школ. Да. Тогда сколько сейчас принадлежат стране Хань? Ровно половину всех участников, всего 65 человек. Если они нас победят, они запросто смогут получить 2 жетона. А вы сколько получили? Не уверен. Должно быть больше, чем другая страна. Что ты делаешь? Как он намерен остановить бой? Я тоже хотел бы знать. Прекратите драться! Прекратите драться! Прекратите! Это навык рисования сабли, разделяющей небо? Прекратите драться, пожалуйста. Послушайте меня. Ты сейчас нарисовал саблю, разделяющую небо? Да. Да, это оно. Какой тупой навык. Зачем ты научился такому? Навык потрясающий. Зачем говорить, что это глупо? Хотя один удар сабли очень мощный. После каждой атаки проходит 2-часовая перезарядка. И нельзя использовать навык со слишком большой внутренней энергией между перезарядками. Неудивительно, что он ждал до последнего. Перестаньте смеяться над мастерством моего учителя и послушайте. Не деритесь из-за такой глупости. Должно быть что-то не так с мозгами человека, который придумал такое испытание. Его мотив сомнителен. Проще сказать, он придурок. Брат Чан Фэн, не принимай близко к сердцу. Он сказал это не для того, чтобы плюнуть в тебя. Я прошу прощения, но я сказал правду. В следующий раз не говори правду. Чан Фэн настолько неуважителен, он не защищает своего учителя. Ты в порядке? Да. Тогда отпусти. Барышня Фэйфэй, моя жизнь отныне принадлежит тебе. Тогда сохрани ее для битвы с призрачным царством. Причина, по которой мы вошли в Альянс Пяти Фей или в формацию в будущем, стать искателем пути. Во время второй чистки призрачное царство должно быть уничтожено. Мы сражаемся за всех смертных, а не для того, чтобы умереть здесь. Наши мечи не должны быть запачканы кровью товарищей. Если кто-нибудь из нас умрет здесь, в нашем царстве будет на одного солдата меньше. Это то, чего вы хотите? Но за 6 часов с угрозой со стороны зверя, кроме выхватывания жетонов, можешь ли ты придумать другой способ пройти испытание без драк и убийств? Всегда есть выход. Кто ты? Неважно, кто я. Главное, если я смогу найти выход, нам не придется вредить друг другу, красть и вырывать. Тогда давайте сделаем ставку. Сейчас мы разделены на 2 стороны, по 65 человек с каждой. Из всех этих 130 жетонов победитель получает все. Проигравшая сторона будет дисквалифицирована. Так, мы сможем уладить это. Без потери крови и жизни мы оставим жертвы для второй чистки. Что вы думаете? На что ставка? Кто знает. Сколько жетонов осталось за пределами особняка? Я знаю. 5 человек пострадали от зверя и выбросили жетоны, чтобы спасти свои жизни. Так что снаружи должно быть 5 жетонов. Хорошо.
Тогда, согласно тому, что ты говоришь, мы разделимся на две стороны. Каждая сторона выберет трех представителей, чтобы найти жетоны. Сторона, которая принесет в особняк больше жетонов, выиграет. Это честно? Это хорошее предложение, Ханшань. Хочешь поспорить или подраться? Мы должны обсудить между собой. Ответим позже. Я думаю, игра не такая плохая идея. Только он немного отклоняется от замысла огненного мастера. Этот Джан Лин похож на своего отца, только и умеет доставлять неприятности. Этот Джан Лин не только создает проблемы. Он оказывается в ситуации, где он никогда не проиграет. Если братья Ганс примут пари, они проиграют. Как вы пришли к такому выводу? Братья Ганс обучаются у меня. Они не показывают свои истинные способности. Жаль, спор основан не на умениях, а на стратегии. Думаешь, они не проиграют, не так ли? Хочешь поспорить со мной? Итак, сейчас у нас 60 жетонов. Не считая 5 жетонов за пределами особняка, со стороны Куньлуня 65 жетонов. На 5 больше, чем у нас. Они в основном состоят из альянса 5 фей. Они привыкли следовать инструкциям Куньлуня. На нашей стороне люди из разных подразделений. Мы проигрываем в плане координации. Сколько времени осталось? Около 4 часов. Если мы продолжим бороться, мы потеряем еще больше жетонов. Тогда вскоре мы начнем сражаться друг с другом ради остальных жетонов. Жетон — это одно, но позор гораздо хуже. Мы не можем проиграть стране Куньлуня. Ставка тоже хороша. Мы сможем победить людей Куньлуня. Кроме того, я придумал способ выиграть. У нас на 5 жетонов больше. Это значит, что ганцы примут спор. Если они готовы сделать ставку, тогда они проиграют. Почему это? У нас есть секретное оружие. Секретное оружие? Я пока не могу сказать, что это. Все будет напрасно, если секрет просочится. О чем мы должны волноваться сейчас? Это не как выиграть пари, а как получить жетоны в иллюзии Тайсюй. Почему мы должны доверять тебе? Из какого ты подразделения? Опять я не буду отвечать, ты выглядишь неумным. Как ты смеешь? Наша победа или поражение зависит от этого. Нет. Я тоже немного волнуюсь. Видела, как его преследовали недавно. Даже ответить не мог. Как такой человек может помочь нам выиграть? Джан Лин, мы должны надеяться на одну ставку. Нам нужно знать реальные шансы на победу. Почему бы не сказать о своем плане, чтобы все обсудили? Дело не в том, что я не хочу говорить. Просто я не могу этого сказать. Если вы готовы довериться мне, следуйте моим инструкциям. Если нет, тогда решайте сами.